В Одесской облгосадминистрации наградили участников боевых действий на территории других государств. Среди воинов-интернационалистов многие прошли Афганистан. Есть и те, кто совсем недавно принял участие в антитеррористической операции на востоке Украины. Вы и сейчас продолжаете помогать нашей Родине. Именно среди вас были первые, кто откликнулся на ті незгоди, які проходять у нас на востокі України. Завжди будемо пам'ятати те, що ви робили. Ми завжди будемо дякувати вам за те, що ви робите зараз.